интеллигентный человек, он живет творчеством, он радует нас вот теми спектаклями, которые в наших ведущих театрах идут уже столько лет. Кроме того, это, конечно же, ну невозможно без него представить Красноярское художественное училище имени Сурикова, то есть это еще и школа профессионалов. И позвольте, ну вот, начать открытие сегодняшней выставки и замечательному нашему художнику вручить наш музейный подарок. Это на память об этом дне наш альбом «Раскрой сердце красоте». Я думаю, мы вместе делаем это дело, и я думаю, у вас впереди еще много-много моментов помогать людям эту красоту чувствовать, жить в ней и вместе с нами творить. Спасибо. Большое спасибо, Марина Валентиновна. Но мы движемся далее. Открытие выставки – это всегда праздник, а посвященный нескольким юбилеям. Двойной праздник. Поэтому сегодня Александра Николаевича спешат поздравить самые именитые гости. Что переманит куда-нибудь. Потому что этот человек любит традицию. Этот человек репертуарного театра неизменно любит театр. Он всегда говорит: Наталья Ивановна, театр – это дорогая вещь. Театр должен быть красивым, театр должен быть наполненным и настоящим. Эти слова нельзя ничем заменить. Театр действительно должен быть театром. И позвольте мне сейчас от коллектива театра вручить юбилейную памятную медаль Александру Николаевичу. Простите, я так неожиданно была, я не успела подготовиться. Александр Николаевич, получите, пожалуйста. Ваша юность, она останется всегда при вас. Но вот эта медаль, дорогая медаль, будет вам напоминать о том, что вы юбиляр, что ваш возраст, что такое 25, это вообще не возраст. А вы представляете? 57, боже мой, это возраст. Держите, мой дорогой. Спасибо вам огромное, что вы у нас есть. Ждет меня на Западе огромный скандал. Габен, Хемингуэй, Ремарк. Что они понимают в искусстве? Только ты создаешь шедевры. Наши короткие встречи. Вообще можно сказать, если сказать, что эта выставка потрясающая, если сказать, что эта выставка шикарная, это практически ничего не сказать. Это настоящий праздник крепкого, профессионального и очень творческого искусства. Хочу сказать, что Союз художников России и Российская академия художеств могут только гордиться, что среди нас есть такой художник, как Александр Баженов. Ему счастья, любви у него хватает, безграничный и безбрежный. Ему здоровья, ему замечательных студентов, в которых он вкладывает, ну, наверное, большую часть своей души. Мне в жизни повезло присутствовать на защитах дипломов училища имени Сурикова. Самые шикарные, самые потрясающие проекты, самое
удивительное отделение, где только пятерки, где только похвалы экзаменационной комиссии. Это театральное отделение. Всю свою душу до последнего какого-то своего, там, я не знаю, вздоха. Так может служить искусству только настоящий человек, только настоящий большой художник, удивительный творец. Хочется пожелать ему всего-всего и побольше. Спасибо, дорогой. Которые, слава Богу, приходят в театр и работают у нас. Он общественный деятель. Вы знаете, вот то, что сейчас театр красивый, то, что театр вот такой, это благодаря, в первую очередь, Александру Николаевичу, потому что он настолько скрупулезный, настолько он отстаивал вот то, чтобы и всю окрасочку, материалы, чтобы четко все соответствовало предметам охраны, чтобы театр был вот такой красивый, как он был раньше. Он спорил, ругался со строителями, с проектировщиками, на совете там мы обсуждали постоянно. Его участие было постоянно в этом. И вот этот театр, это ваша заслуга, Александр Николаевич. Вы порадуете своим творчеством и